сука, я ваших мамок ебал, пидорасы, маменьки, блядь. Шаталась, блядь, кинул нахуй. Чьих мамок-то? А мы здесь при чем, слышь? Мы это, блядь, делали, сука, пидорасы. Всем привет, дорогие друзья, с вами Седжо и... Фламер. Фламер, да, кстати, ребят, классный чувак, у него есть тоже канал, он тоже снимает антигрифы, ссылка в описании ролика, подписывайтесь, чтобы он не зря, так сказать, старался. Ну так, что, мы нашли еще одного чувака, мы уже с ним тоже опять общались, дом у него такой, с бошками, да, там бошек дофига прям. Да, очень много. Да, бошек, и такой он не маленький чувак, такой взрослый уже, давай это, добавляй вот тогда опять, и будем сейчас это, наказывать его, если он будет, блядь, грифить. Добавляю. Алло, да. Здорово. 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 Слушай, это, приюти давай, чё ты там обещал, ну, вроде как уже. Окей, давайте. Давай, чё? Кафешник мой, это сейчас там ещё короче, да. Я отправил, ема. О, всё. Слушай, классный у тебя дом. Ну да, так и. Долго строил, что ли? О. Да не, часика три, по-моему. Часик, фига ты. Слушай, а чё у тебя так голов много? Это чё тебе, как так вообще? На ПВП, короче, ходил много. Точно на ПВП? Ещё... Да. А, класс. Вот на ПВП хожу, когда только не лага, а так сейчас лага, не хожу. Научи. Чем-то там, веса добывают там. Научи так же воевать. Классно у тебя прям всё так, смотрю, вот. Классный дом вообще. А чё алмазный вход? А где алмазы? Тебе не жалко вот тут трудом таким нажитым алмазы тратить на главный вход? Не, не. Да не жалко, чё мне вообще много. Странно. Впиши в приват-то. Окей, сейчас. Так, а? Чё я умер? Не знаю. А чё я... Ты меня ударил или что? Я тебя ударил, да, нечаянно? А чё я умер-то? Иди, верни эти вещи. Так я не трогаю, я вот стою. У меня вещи. А, у тебя? Все, добыл. Да! Эх ты! Слышь, это ты... ничего не храните там. Да нет, конечно. А ты что, все это сам добыл, что ли? Конечно, с ПВП там. Иногда ко мне игроки ТП-шились, я их убивал, когда они начинают меня бить. Да, встаньте, я вам покажу. Встаньте, оба. Встали? Ну и чё? Ну, ребят, пока. Ну и чё? Это, выпускай давай. Нет. Ну ты это, выпусти, давай, чё ты там ржёшь, ты сейчас сдохну, я рез потеряю, твою мать. Я, давай, возвращай рез. Нет. Гай, ты же сказал, что ты не грифер, в смысле нет, мы же с тобой играть уже договорились, блин. Давай рез возвращай. Чё я умираю-то от тебя, чё ты за Вот, дай мне рез, опять. Пошел вон. Слушай, хорош меня убивать. Понятно, где возродился, слышь? Я вообще не знаю, где дом теперь. Да, Чё ты экаешь? Ресы давай верни. Кто меня бьет? Пацаны, тихо. Я знаю, кто тебя бьет. Я ресы хочу свою вернуть, я ищу непонятно, где тебя. Да кто меня бьет? Просто да, да не надо ломать. Да дай. Да, да ну нафиг! Сука, я ваших мамок ебал, пидорасы, маменьки, блядь. Шаталась, блядь, кинул нахуй. Чьих мамок-то? А мы здесь при чем, слышь? Мы это, блядь, делали, сука, пидорасы. Блядь, ёба, блядь. Ты вообще нас загриферил, мы здесь при чем? Пошел ты нахуй, пидор мелкий, сука, ебал. В смысле мелкий? Я, блядь, старше тебя. Сука, не надо ломать мой дом. Мать твоя, блядь, на кровати будем. Слушай, давай вот, ну, давай договоримся. Вот сейчас дом тебе возвращается, а ты нам рез отдаешь, короче. Давай это. Хорош, Фламер. Не ломай ему дом. Пидорасы. Да сука! Зачем второй этаж сломал? Пидорас, мелкий, мать твоя. Да сука, да не надо поджигать шерсть. Урод, чмо такое поганое. Подожди. Я горю. Из-за тебя говно ты собачье. Стой, подожди, Фламер, да каждый грифер должен быть наказан, но это самое. Пошел в жопу, нахуй, говно ты. Мамка твоя еще говно. Вся твоя семья говно, пусть ты сгоришь в аду, нахуй, пидор мелкий. Я это, прибежал, ты видишь меня? Вот, верни рез мои, сейчас все тебе вернем. Знаешь, че? Че, верни резы, вот, все, сейчас тебе все вернем. Резы хочешь? Да, давай. Стой на месте. Ну, стою, давай.
Чё ты не можешь? А? Давай, рез, да. Аж... да пошел ты, нет. Да не надо меня бить. Сука, мамка твоя не знаю, как ты ее владел по вечерам нахуй. Какой? Из какого-то дома. Че так из-за дома слить, я не понимаю. Вот. Да там столько верни, дом, верни, чмо собрать. Вот. Да, да не надо, да не надо! Че, охереть? Че у тебя с домом происходит? Смотри, ты же сейчас нас загриферил, по идее, и сейчас рыдаешь, что мы тебе дом не можем вернуть. А че вы хотите, допустим? Ну не знаю, ну не знаю, извинений там проси жестких там, я не знаю. Типа, простите. Чё-то как неубедительно, ты прощения просишь. Простите, пожалуйста. А чё ты там про наших мамок говорил? Простите, простите, все больше не буду. Понюхи, говно. Дом, пошли вам нахуй, пидорас. Смотри, какой... Да не надо! Ну... Ну, пожалуйста, на, разбаньте. Ну, я не знаю. Бань его, короче, Фламер, неубедительный он какой-то. Забанил я его. Забанил? Блин, ребят. Слушай, все, удаляй его из скайпа, бесит меня. Не. Все? Да. Какой-то он это, какой-то кусок говна, да, вообще, заметил? Он это слово повторял про говно много раз. Достал он, слушай. Слушай, я думал, мы там оставим подписчикам дом там. Мы его и оставили практически. Оставил, блядь. Я смотрю, как ты оставил, все разнес здесь. Смотри, смотри, смотри. Вот. Какой у него здесь регион-то был, этого грифера? Тролло. Слушай, давай, я как всегда люблю делать в последних сериях. Регион Делетте. Тролло-ло. О, все, я удалил, здесь нет приватов. Посмотрите, дорогие друзья, кто смотрит видеоролик, координаты сообщаю. Вот, вы их видите на своих экранах. Минус 247, 64, 411. Приходите сюда, и я вам оставлю подарочек. Давай мы подписчикам подарок оставим такой небольшой. Давай. Сундук сейчас возьму, да? И в сундук сюда шибаню. Ну вот, два стака обычных алмазов, да? Пускай прибегут, я не знаю, что они сделают. Домик кто-то возьмется. Вот все, в принципе, восстановил большую часть дома. Ну вот, я заметил, да. Слушай, ну какой-то он это... В общем, дорогие друзья, IP на этот... Сервер находится в описании ролика, заходите. То есть мы устраиваем раздачу, то есть мы находим с Фламером гриферов, вот таких вот, да, и отбираем у них вещи, отдаем обычным честным игрокам. Ну, не все, конечно, вещи, чуть-чуть, но вот, в общем, координаты вы видите на своих экранах, заходите, прибегайте, берите резы. Грифер попался какой-то взрослый, ну, мы знали уже, что он грифер, мы уже знали, что он такой по натуре своей какой-то... Не душевный какой-то. Мы уже маленько с ним общались, мы узнали, что он такой вот здесь все ворует. И вот решили еще и на видео записать. В общем, все, спасибо за внимание, ставьте лайки. Мы потом его разбаним, но он уже будет без всего. Подписывайтесь на Фламера. Все, всем спасибо. Скажи всем пока. Всем пока. Всем пока.